отлично. Добрый день, садоводы! Ни один дачный сезон не обходится без садовых колонок. Незаменимый элемент на любом садовом участке. Дачная колонка от Хитсад является хитом продаж уже не первый сезон. Мы постоянно разрабатываем, улучшаем и пополняем ассортимент колонок. Ну а в этом сезоне мы разработали дополнение к ним. Это вот такие вот удобные поддоны. Причем для вашего удобства абсолютно каждой садовой колонке вы можете подобрать поддон, тот, который вам нравится. И это может быть поддон под гранит, либо под натуральное дерево, или может быть под камень. Хочу вам более подробно рассказать, чем же они отличаются. Например, вот такая миниатюрная колоночка, она с квадратным вырезом. Естественно, мы их поддон выбираем точно такой же. Более подробные размеры, характеристики поддонов указаны в карточке товара. Обязательно учитывайте их при покупке. Сам поддон выполнен из стеклопластика. Он безумно легкий, надежный, прочный. Если я положу его, могу на нем попрыгать. Как вы видите, материалу ничего не будет. Он влагостойкий. Стоит учитывать, что при установке колонки с поддоном вода будет уходить вовнутрь, поэтому внимательно выберите именно то место, куда вы будете устанавливать дачный умывальник. Садовые умывальники от Хитсад уже изначально оборудованы всем необходимым. В комплекте идет латунный кран и внутри вся система водоснабжения. Ваша задача лишь подключить ее к водопроводу на вашем садовом участке. Также отмечу, что колонка крепится надежно. Ее можно установить как на поверхности, например, на любой грунт, плитку и так далее с помощью саморезов, точно так же и на тот поддон, который вы выберете. Обратите внимание, для колонок с круглым основанием выбирайте специальные поддоны. Ну а если у вас возникнут вопросы, обязательно связывайтесь с нашими специалистами по указанным телефонам. Мы постоянно совершенствуем нашу продукцию и придумываем что-то новенькое. Например, новинки дачных колонок вместе с поддонами от Хитсад этого сезона. Обратите внимание, что сами поддоны выглядят немного больше. Поддон под камень и поддон под гранит. Здесь мы придумали большую емкость для воды. Например, вы туда можете установить ведро, чтобы вода не растекалась по вашему садовому участку. Опять же, каждая колонка сочетается с любым поддоном. Вы можете выбрать любой комплект по цвету и по стилю поддона для садовой колонки, как вам нравится. Садовые колонки от Хитсад очень легко обслуживать. Например, сверху специальное крепление, крышка, которая открывается. И здесь также можно подключать кран к вашему водопроводу. И легким нажатием руки кран у нас открывается. Можно помыть руки, полить цветы. И в принципе садовый умывальник – это незаменимый элемент на дачном участке в летний сезон. На сегодня я с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на канал на YouTube. Именно там мы рассказываем о самых последних новинках нашего производства.